Заболевшие корью 30 детей находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава комитета санэпидконтроля Нуркан Садвакасов. Всего же по Казахстану, по его словам, заразились порядка 17 тысяч несовершеннолетних казахстанцев. Вирус в основном атакует непривитых. В стране сейчас полным ходом идет дополнительная массовая иммунизация. Последняя подобная вспышка кори была зафиксирована в 2019 году, отметил он. Среди непривитых у нас есть структура, конечно, мы изучаем, ну, отслеживаем, это 60%, которые не захотели вакцинироваться по своим причинам, по собственным убеждениям, по той информации, которую они получили. 18% это которые имели медицинский отвод, 22% это которые не достигли еще того возраста, который должны были получить вакцинацию.